человек, ты уже смотрел первый выпуск «Битвы за курс»? Если еще нет, то жми скорее по этой ссылке. Я жду. Зачем? Некогда объяснять. Жми, все увидишь. Для всех остальных мы напомним, что лайк авансом приветствуется. А еще весь январь команда «Эксмо» общалась с русскоязычными блогерами YouTube и аналитиками TradingView из мира криптовалют. Мы попытались связаться более чем с 300 блогеров, которые публично в той или иной степени просвещают людей в криптовалютной теме. Нам удалось собрать материал более чем для 100 статей, которые уже прямо сейчас ежедневно публикуются на нашем сайте. Для видеоверсии мы решили взять самую интересную, на наш взгляд, тему и сделать из нее масштабный конкурс, в котором примут участие более 100 криптоблогеров. Главным призом конкурса будет размещение канала блогера на главной странице нашего сайта. Тема биткоин-халвинга, который состоится 12 мая 2020 года, затронет не только участников из наших интервью, но и тех людей, с которыми нам не удалось связаться. Для удобства проведения конкурса была сделана страница, на которой мы размещаем все статьи с прогнозами. И эти статьи вы можете отсортировать по нужным вам параметрам, а внутри каждой статьи найти контакты понравившегося вам блогера и обязательно на него подписаться. В общем, погнали! 11-й участник нашей битвы – это Сергей Дорохов. Стоит отметить, что уже более 3 лет он живет исключительно за счет заработка на криптовалютах. И вероятнее всего он точно знает, когда стоит расплачиваться своими биткоинами в пятерочке, а когда стоит немного подождать. Его прогноз на майский халвинг – 11 050 долларов. 12-м участником нашего конкурса стал канал Alex Full Invest. Это самый скептично настроенный человек в отношении биткоина из тех, с которыми нам довелось пообщаться во время сбора материала для статей. Он считает, что к халвингу курс биткоина просядет до отметки в 2980 долларов. Последний раз биткоин стоил так только в августе 2017-го. Команда «Эксмо» очень надеется, что больше мы никогда не увидим первую криптовалюту так низко. Человек, хочу напомнить тебе, да-да, тебе о том, что многие из участников нашей битвы никогда не стремились делать прогнозы на курс криптовалюты, а тем более зарабатывать на своих прогнозах. Ответы, которые они дали нам в интервью, это их личное мнение и ни в коем разе не призыв к покупке или продаже криптовалюты. Кто из них оказался прав, а кто нет, узнаем 12 мая. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить новые видео. Следующим участником нашей битвы стал канал «Психология спекулянта». Этот канал создан основателями портала «4Trades Club». На своем канале они расскажут вам о криптовалютах, московских биржах, американском фондовом рынке, а также о психологии, теханализе, импульсном и позиционном трейдинге. Но даже учитывая все это, они не дали нам точного прогноза цены. По их мнению, к халвингу мы не выйдем за пределы 5 и 12 тысяч долларов. 14-й участник нашей битвы – канал CryptoCash. На этом канале вы сможете найти свежие обзоры на криптовалютные проекты, аирдропы и другие интересные стартапы из мира криптовалют. По его мнению, майский халвинг 2020-го не даст такого же сильного роста цены, как это было в 2012 и 2016 годах. Его прогноз – 7 тысяч долларов. Так, кто там у нас дальше? Ага, канал Криптосова Capital. Если ты ищешь самые горячие топовые новости из жизни криптовалют, то тебе сюда. Он считает, что сейчас наша главная задача удержаться выше отметки в 7 тысяч долларов. И если нам это удастся, то к халвингу мы увидим биткоин по 10, а может даже и по 11,5 тысяч долларов.
Интервью каждого из участников вы сможете найти в описании под видео. Обязательно подписывайтесь на тех, кто вам понравился. 16-м участником нашей битвы стал канал BotCoin Online. В своем интервью он рассказал нам, что впервые услышал о биткоине в 2009 году, но тогда его не заинтересовали венчурные инвестиции, а по всей видимости, очень зря. Получить прогнозы от этого канала нам не удалось, но по его мнению, курс точно не пойдет туда, где его ждет толпа. А мы переходим к участнику под номером 17. Им стал канал Holder. На этом канале вы узнаете, как правильно выбирать активы и инвестировать в них для достижения личного успеха. Технический и фундаментальный анализ криптовалютного рынка – это то, на чем они специализируются. Даже исходя из всего этого, прогноз от этого канала нам получить не удалось. Они считают, что до халвинга биткоин, как и раньше, будет падать, но потом продолжит свою динамику размеренного роста. Участником номер 18 стал канал «Криптонист». Он, к сожалению, тоже отказался давать прогноз на майский халвинг, но зато это один из немногих каналов, который действительно разбирается в криптовалютах и технологиях, на которых они построены. Он не будет вам рассказывать о том, когда лучше купить, а потом продать криптовалюту. Он расскажет вам о том, как спрятать ваши биткоины так, чтобы никто и никогда не смог их у вас забрать. Обзоры на все популярные холодные кошельки смотрите именно на этом канале. 19-й участник – канал Криптар. На этом канале вы сможете найти много интересной информации по криптовалютной теме. Кстати, новые видео на этом канале выходят довольно часто. Скорее заходи, чтобы найти там для себя что-то интересное. По его мнению, курс биткоина к халвингу составит плюс-минус 17 тысяч долларов. Последним участником на сегодня стоит канал Максим Вали. Друзья зовут его Максимилиан. Его канал связан с изучением и обсуждением всех тем, связанных с бизнесом, заработком и предпринимательством. Его прогноз на халвинг – 12 500 долларов, но при этом он считает, что медвежий тренд продолжится, и мы увидим биткоин по 800 или даже 600 долларов в ближайшие 2 года. Подводя итог нашего второго видео, хотелось бы напомнить, что победители битвы будут объявлены 15 мая на нашем сайте. Также мы будем очень признательны, если вы пришлете нам прогнозы блогеров, за которыми следите именно вы. Это могут быть ссылки на видео или блог, в котором блогер дает прогнозы на майский халвинг. Все ссылки присылайте в Telegram или на почтовый ящик. Удачи, человек! Будем на связи!